За годы обучения в институте у меня появилось много друзей. У нас сложилась традиция каждые выходные посещать музей Москвы. Недавно ко мне сидели в комнату студента. Я ему рассказала о том, как проходят студенческие будни и как провести выходные вне стен общежития. В том числе рассказала ему о нашей традиции и предложила присоединиться. А он мне ответил: «А я вам как буду там сбоку припёка?» Я вообще ему не поняла. «Сбоку припёка» – выражение употребляется, когда говорят о чём-то лишнем, ненужном, совершенно постороннем. Выражение «сбоку припёку» часто произносится нами неправильно. На самом деле смысл можно передать как «боковая припёка». Припёка или припёк у пекарей – это пригоревшие кусочки теста, прилипшие снаружи к хлебным изделиям. То есть они так и прижились в языке, как нечто ненужное, излишнее, приставшее извне. А на моём языке это выражение звучит так – «кабаб мегадди».